Всем привет, друзья! Прохождение Alan Wake 2. Поехали! Так, хранить предметы можно в обувной коробке, а Alan может получить к ним доступ из любой обувной коробки. В темной обители. Да и хранить-то особо-то и нечего. Было бы что хранить бы. Так, быстрое сохранение сделано. Ну а мы идем дальше. Так, подождите. А, вот на дверь. Ух ты ж ты, мы на улицу вышли. The payphone was ringing. Somehow I knew the call was for me. Так, ну-ка. О, карты-то у нас нету. Зато у нас есть таксофон. The call was for me. It was something important. I needed to answer. Блин, лучше бы ты мне фонарик бы дал бы. Фонарика у нас нихера нету. Ух ты, ё-моё, куда зашел я? Короче, туда нам нельзя. Все понятно. Алло, поговорим. Yes. Do you know who I am? No. Who is this? We'll get to that later. There are spies all over. Shadows. A sense of deja vu washed over me. Had I had this conversation before? Alan, listen to me carefully. Caldera Street Station, the subway. You need to go there. I'll call you again later. Make sure to pick up. Do I know you? I know you from somewhere. You've just forgotten again. We're in this together. Don't worry. I got you now. We've been working great. I'm losing you. Hello? Hello? Так, инициация 2, Кейси. Билет метро. The man had said Caldera Street Station. I had to go there. А, карта у нас теперь есть. Найти вход на станцию метро. Попасть на станцию Caldera Street. Так, ну все, карта есть. Чего? Что за дядька тут? Так, где наше метро? Давайте посмотрим. Сюда мы вышли. Ага, нам, короче, прямо. Здесь привок, станция на эстакаде. Psychotic reality.
Что за музыка? Понятно. Так, цели. Цели. Так, Лампанго, темная обитель Нью-Йорка. У меня есть билет, все понятно. Ух ты, ёшки ё. Я вижу его. Блин, ну здесь бы хорошо походить бы, все посмотреть бы внимательно. Может быть, пекарь найдем. Где он? А такое ощущение, что они следят за мной. Где вот темная материя? Опа. Блин. Че, никак, что ли? А, это просто под... Нет, подождите. А, это подсветка, блин. Блин, я уже думал, что-то нашел. Caldera Street station sign was there, but the entrance was missing. I had to make it appear. Так, maybe I could use the lamp to reveal the station entrance. Так, задействуй свет, проник на станцию Caldera Street. Блин, да я еще ничего особо-то не искал. Мы пока здесь смотрим. Бля, его тут нет уже, кстати. А, нет, вот стоит он. Все понятно. Вот он еще один. Ух ты, ё-моё. Эй, блин. Тут уже и сам сойдешь с ума. Ага, метро. Так, отстаньте. Fuck. Okay, don't mind me, just passing through. Shadows stirred like there was someone there, but there was no one. I wanted to keep it that way. Блин, они здесь. The lamp was dead in my hand. I needed to find a light for it. Так, источник света. Подождите, источник света. Не хватит. Кстати, источник света то и здесь то есть, так понял, то... А, подождите, вот же источник света еще есть. Нет, мне не прокатит, все понятно.
Так, стоп. По-моему, есть наверх подъем. А, понятно, не пройти здесь, да. Может, нам тут повезет. Да, не, нихера. Так, интересно, подождите. Так, подождите, нам надо карту посмотреть. А, кстати, источник света-то есть. Но назад, походу. Подождите, он впереди светится постоянно что-то. А, там тоже ни хрена не прокатит. Вот он, станция, ага. Блин, а толку? Лампа-то не работает. Блин, может быть, что-то надо сделать тут. Ни хрена не видно. Нет заряда. Ключ, билет метро. Блин, задействовать света. Как его задействовать-то? Хотелось бы. Не, самое интересное, что свет есть, а почему-то вот здесь его нельзя использовать. Зарядал. Интересная загадка. А возле киоска, может быть, что-то будет. Нет заряда, так дайте заряд. А, стоп, гляньте. I couldn't get in. I was missing something. Так, чего-то не хватало. Что там? Так, что это у нас? Пистолет, перевязка. Ну, уже неплохо. It could not be opened on the side. Блин, не мог открыть отсюда. Нет, тут я уж не пройду однозначно. The door was locked. Блин, вот тут хороший свет есть, но почему-то... А, стоп. Тоже закрыто.
Блин, там вот он стоит. И тоже не пройти там. Понятно. Давайте походим, посмотрим тогда, может, что-нибудь. Есть другой вариант. Нет, тут закрыто у нас. Это что такое? Спасибо за пустоту. Ну, короче, в принципе, я уже тут кругля намотал. И что-то пока я не врубаюсь. Дойди отсюда. Блин, может быть, здесь как-то свет нужно врубить, нет? Блин, хотел исследовать карту, вот я как раз исследовал, пока здесь искал. Столько света тут, а толку нихера. Так, ну там уже телефонная помбудка была, где? Где же она была или нет? Где мы ее поднимали? По-моему, тут где-то. Так, двери. Вот он свет. Отблеск неактивно, да? И здесь также отблеск неактивен. Площадь. Так, здесь какой-то вход есть, подождите. Вот. Или что это такое? Также есть переулок. Так, ну давайте еще раз посмотрим. Давайте по карте проверим. Типа якобы мы пошли заново. Так. Есть переулок вот на этой стороне. Сейчас сюда. А, вот вижу. Вижу. Опа, смотрите. Ага. Походу мы идем на верном пути. Is this the way it was on the page? What the hell? Oh, hey. We met at Door's show. Alan Wake, the writer. I'm Alex Casey. I'm looking into a murder. Come on, what is this? There's a piece of evidence, a manuscript of a novel. You wouldn't know anything about it? A manuscript? What manuscript? I need to see it. Rumor had it the manuscript contained the details of the murderers. A murder cult was following the story to commit their gruesome acts. Was Wake their leader? Had he written it? How far would he go to create a perfect work of art? Or would he be the next victim? Stay here. No, wait! I need a gun! No chance. Не, ну охренительно, спасибо тебе. Короче, друзья, что, он помер? Нихера себе. Короче, друзья, запомните. Идите всегда по карте. Не стесняйтесь включать ее почаще.
This was an echo of the books I had written for years. Picking up Casey's gun felt like I was assuming the role of the detective. Нихера себе его расколбасило. Жестко. Так, ну патроны дали, уже хорошо. Бля, мы плутали по всей карте. Так, а... Чё, всё? Свет мой... Зеркальце, скажи... Опа. I had a light down. I needed to get back to the subway station entrance. Чего? Кстати, его больше нет. Shit. With the alley in darkness now, less of the shadows block my way. Блин, что идут за мной? А, гляньте. У нас тут тайничок, походу. Ё-моё, как мы это чуть не пропустили. Так, не понял прикола. Эй, блин. Так, подождите, может быть здесь надо... Так, стоп. Стоп, машина. Блин, правда, надеялся тут что-нибудь забрать. Чё там? Блин, ну это типа прикол, наверное, такой, да? Типа сюда зайди. А, не, я не войду уже в любом случае. Блин, хреново дело. Не, короче, тут нихера меня не ждет, я понял. Так, а если наоборот дверь закрыть? Подождите. Если закрыть дверь. Эх, короче, понятно. А, подождите, стоп. Стоп, 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 стоп. Подождите, дверь закрыта, да? Подождите. А, дверь открыта, да? Стоп. Так. Вот что. Вот оно что. Так, подождите. Дайте сюда. Дайте мне эту гадость. Ну, брать-то будешь или нет? Там батарейки или что? О, все, отлично. Так, что у нас там? Это у нас коробочка батареек для фонарика. Все, отлично, идем дальше. Стоп, стоп, машина.
Сейчас мы только... Все. Идем. Так, подождите. Мы же открыли... Ну, вроде правильно. Ай, валите от меня. Так, позволь вам уклониться от атак врага. Ага. Ох ты, ё-моё. Блин. А мы... А чё, их так много, что ли, здесь? Ох ты, ё-моё. А я уже и забыл. Так, все, вспомнил, как это работает. Значит, где само сейчас метро? Метро у нас, по-моему, вот сюда. Так, подождите. Что-то не понял, где метро само? Вот он спуск. I needed to find another light to go deeper inside. Так, опять свет. Подождите, что у нас там? Билет в метро. Так, там вроде как дверь была. Хер там. Ни хера не понял. Так, ну здесь, по-моему, я так понял. С этой стороны будет, походу, метрошка. Эксит, выход. Блин, ну не знаю, не знаю, что здесь делать дальше. Вроде ничего нет больше. А может быть, надо какой-то усилить эффект? Стоп. Ты хер его знает. Прикольно. Так, билет, 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 билет. Так, лампа.
Так, задействует свет. Так, это понятно. Коробочка с батареей. Батарейка для фонарика. Ключ уборщика. Так, а что-то мы взяли. Что-то я так и не понял, что там было. А, все понятно, здесь нету ни хера. Камера. Стоп, а не показалось. Блин, может быть, как-то надо куда-то выстрелить. Да патроны-то и жалко. Так, и так их мало здесь. Слушайте, ну что тут можно сделать, уже не знаю даже. Странно очень все. Power. Так, плиз, пожалуйста, light, white. Чего? Не, нихера. Блин, да чё, куда? Блин, то ли я только думаю, то ли херу пойми, что делать надо. Так, лестница. Нет зарядов, нет зарядов. Хера себе головоломка. Бля, кажется, кстати, все просто, элементарно. Так, свет моргает. Ну, вроде как тут как поменять лампу, ничего не сделаешь, по идее. You may not be aware, only you out there. Чего? Дайте света, дайте два. Ай, блин, ну что это, куда это? Ну, подожди. Что у нас еще есть? Так. Блин, нихера не задача. Так, что же тут надо сделать нам? Бродить мы-то вечно здесь не будем, правильно?
Значит, может быть, нам что-то надо там сделать снаружи. Так, есть еще один свет у нас. Свет, да? Тут мы были в переулке. Есть еще у нас тут что-то вот непонятное вот здесь. Ага. Да? Да, смотрите. Значит, сейчас мы что делаем? А, ни хрена. Все равно ни хрена. Значит, может, с другой стороны надо зайти. А, нет, даже не зайдешь. Так, стоп, подождите. У нас же были там двери. Так. Там закрыто. Может, попробовать зайти туда теперь. Да не, все, нихера. Ага, надо бы как-то обойти ограду. Стоям бы. Как-то обойти. Как-то обойти. Опа. Подождите. А, нет. Стоп. Блин, нельзя. Я вот не знаю, надо туда идти или нет. Туда. Или все-таки нам на станции нужно. Так, попасть. Так, задействовать свет и проникнуть на станцию. Блин, ну я же вроде задействовал все. Прямо заблокировано. Везде блок. Was locked from the other side. Так, тогда что делать дальше? Не знаю. Что нам куда пойти? Прямо. Подождите. А, стоп. Это что за место? А, валите. Не, не туда точно. Блин, там видите, вторая лампа есть. Второй свет. Как-то надо его включить надо или что? Смотрите. Во как. Ё-моё. Я там понял, что как-то вот. А нам даже, походу, не в ту станцию надо было, как понял, да?
Вот теперь дело другое. Так, каждая закоулочка надо проверить. Опа. Подождите, там вот обойти. Ага. Все, понятно. Блин, ну что, подходите или нет? Ага. Да ее просто не пустые какие-то все. Так, ну тут начинается что у нас? Еще одна дверь. Блин, здесь просто есть еще лестница наверх. Либо здесь тайник, либо... Чего? Rain tried to wash away the sins of this city. But some sins, the evidence of the crimes committed could never be erased. Not by the rain or any amount of therapy from Dr. Jack Daniels. It remained bruises under my skin like tattoos, bruises in my soul, scar tissue on my heart. The rain never stopped falling, and I never stopped drinking. А, ну здесь просто отголоски были. Гляньте, они опять здесь появились. Сколько их тут? Так, отстань от меня. Так, у меня фонарик, батарейки все меньше и меньше уже. О, наконец-то шашка. Эти, как это его, флайеры. За лента, за ленту, да, идите или нет? Так, значит, я что, за ленту не могу взять? Хреново. Так, что у нас теперь имеется? Батарейки мало, флайеры. Так, подождите, а как поместить мне ячейка? Ага. Ячейка раз. Ячейка два. Блин, нахера я использовал? Молодец. Прикольно, минус один. Так, куда нам здесь идти? Ага.
snuck up on me. Sorry. Have we met? Memory problems again, huh? Yeah, we've met. Tim Breaker. We've shared notes. Hey, I've made some progress on the map, if you want to take a look. I still haven't found my mystery man, though. You're making a map? Trying to. It's hard to map a dream, though. I keep ending up in unexpected places. I find interesting things like those strange markings that react to the light, but never the one thing that I'm looking for. Feel free to check the map out. Oh, I've been stockpiling supplies while I poke around. If you find a stash, take anything you need. I appreciate the help. Who's this mystery man? Oh, it wouldn't be much of a mystery if I knew. All I have is a name. Warland Dorr. The talk show host? No. No, that doesn't sound like him. The guy has many disguises, but a talk show host? No. I'll keep looking. Так, что у нас там еще карта какая-то? Well, that's my crazy wall. I'm just trying to make sense of things. Don't judge me. I'll trade you walls any day. Так. Бля, как мне опуститься вниз? Скролл. А, ну это все. Так, темная обитель. Что за карта? Ага, цели. Попасть на станцию. Это у нас что получается? Тайники, по-моему. Интересно. Блин, тут запас, он говорил. Тут запас, а то по пальцам посчитать можно. Блин, не знаю. Надеюсь, мы там все посмотрели. Идите отсюда, собаки. There was something hidden here. Light will reveal it. Чё? A phrase repeated over and over. The words resonated with meaning. Had I written this? Так, используйте слова силы, чтобы усилить Уэйка. Их можно активировать в комнате писателя. Блин, на себя. Так, слово первое, слово действия. Что такое? Слово ремонта, слово рост, слово войны. Нихера себе. Слово света. Нихера тут сколько всего. Блин, ну здесь мощно, мощная прокачка. Так, слово света. Что? Так, яркие впечатления, присление цвета фонарика направлено на враждебных теней, восстанавливает 5% от максимального здоровья. В лучах софитов шансом 10% оглушает врага. Блин, давайте первое выберем. Блин, хера там сколько всего. А здесь? Короче, надо нам почаще теперь по заколкам ходить, я так понял. Так, здесь у нас под вопросом. Блин, не запутаться бы здесь. Сейчас мы куда идем? А, также мы перейдем на ту сторону. Ага, и туда мы, и по всей хате походим. Здесь вот не знаю, здесь, по-моему, проходили уже, нет? Мы же были в том переулке.
Чё? А ничего, птенчики мы любим. Да я отсюда. Так, мы вышли наружу, да? И мы здесь еще не все посмотрели, не до конца. Чего? Так, лестница, ага. Не понял. А, вот он тайник. Блин, подождите. Я ж вот тайники собираю, да? А почему точка интереса? Блин, а не проще их, чтобы они пропадали, чтобы потом я не путался, допустим. Блин, странно, что они не убираются. Это тайник же нашел, правильно? Ну, значит, все. Значит, надо его забыть теперь на карте. Подожди, точка интереса, где она? Блин, я, наверное, пропускаю ее. Опа. Так, где же эта точка интереса? Подождите. Или мы уже ее посмотрели, кстати. Точка интереса. По-моему, уже видели ее. Да. Поэтому, походу, тут нехер нам делать. Чё? Ах, блин. Где отсюда? Бля, отстань от меня, противный. Так, и что дальше? А, так, свет мы здесь типа якобы открыли, да? Так, прямо туда, под вопросом.
чё? О, блин, нихера себе, козлы какие шустрые. А, стоп, наверху. Стоп. Ах ты, ёпта мать, козла. Иди отсюда. Собака. Так, на один слово еще, ага. Так, подождите, где у нас слово сила? Ага. Так, слово войны, это что у нас? Точка. Последняя пуля в барабане. Реванос. Так, украсть город. Попадание одним выстрелом. Нет, слово действия, слово света. Так, при усилении света фонарика, направленного на враждебных теней, оставляет от максимального здоровья. Увеличить максимальное здоровье на 15%. Увеличить максимальное количество здоровья, которое можно оставить в убежище. Так, что еще? Слова оружия. Слова помощи. Увеличить радиус действия. Так, файл. Фальшфейера. Усиливает эффект боли утоляющих. Продлевает действие. Нет. Короче, слова света нам нужно. процентов. Блин, такой маленький процент. Увеличит урон врага на близком расстоянии. Блин, даже не знаю, что взять. Давайте здесь возьмем. Пусть будет так. Так, что у нас дальше? У нас тут... Я просто охренею. Да к нам в итоге-то куда идти? По-моему, нам сюда. Нет. Нам немножко пройти нужно сюда. Так. И теперь повернуть налево. Так, идем сюда. Ага. Короче, что-то здесь вот. Да еще и с этой стороны. Так, дверь не поддавалась, да? Ну, будем искать. Опа, есть контакт. Что у нас здесь тут? А, так я тут, наверное, может, брал уже что-то. Стоп. Пусто здесь. Значит, походу, мы что-то уже взяли здесь, по-моему. Раз тут ничего нету. Тут ничего нету.
Жалко. А жалко, пчёк. Так, ну да, тут мы были, здесь мы были, тут мы были, там мы были, да? Точка интереса. Так, вот что у нас дальше, друзья? Метрошечка. Найти способ. Ну так в итоге, чё как нам? Дверь-то открыть. Блин. Ни хера не понял, как нам теперь открывать это все. Как бы мы здесь, а? Стена, стена, стена. Стена, может, ты мне скажешь, что нужно сделать? Так, здесь свет проник на станцию Кальдера Стрит. Попасть на станцию Кальдера Стрит. Ну и чё? Покажите нам метро, карта. Метро, неизвестна карта. Ну там уже слушали, нам будет интересно. Так, может быть, что-то тут надо нам сделать на доске. Так, у меня есть билет. У меня есть билет. Так, и саксофон, ну это все то же самое. Станция метро, у меня есть билет. А, стоп, подождите. Билет. Билет, билет, билет. Подождите, билет. Может, надо его куда-то вставить тут? В задницу персонажа. Блин, билет. Касса. Билет, билет. Не, ни хера. Куда же нам этот билет? Как будто, знаете, так ощущение, как глюк какой-то. Блин, и дверь там вроде не открыта. Очень странно. Вот что надо сделать, по-моему, мне. Блин, все просто. Так, у меня есть билет. Наконец-то.
Так, подождите. Ха, с Амалашем мы зашли уже хорошо. Ну-ка, если выйти... А, все, ладно. Не будем мы выходить. Не будем мы рисковать, да? Тайничок, тайничок. Стоп. Может быть, мне надо свет применить? The door was locked. Так, ну у меня же билет есть. Вот он, родимый. Открывайся. Something about the station platform felt significant. It would work in my writing, but I needed more. Something lingered here. A half-forgotten memory. An echo. Так, ну чё? Давайте теперь походим здесь. Something was here. A vision about to reveal itself. I needed to look at it from the right angle. Так, пройдите отголоску. Ага. An FBI agent had come here before me on the trail of a murder cult. He'd gone missing, presumed dead. The cult was leaving me clues to follow, connecting the dots from one murder to the next, inviting me to draw an obscene picture on the city map. Caldera Street Station. The name made me think of the exit wound of a bullet. I had a flash of inspiration. The ghost of my fictional detective. A story thread I could use in my writing. Так, ну один первый элемент сюжета из отголоска. Вы можете вписать его в реальность через доску сюжета. Блин. Что еще такое? I had a location. I had a story thread. I would put them together, write them into my story to create a path deeper into the dark place. Так, выберите элемент сюжета агент ФБР и активируйте его с помощью А, чтобы переписать реальность на станции Caldera Street. Блин, нихера себе. Опа. The scene here had changed. The dark place reacted to my story. The way into the tunnels was no longer blocked. Нихера себе. Главное, что еще я могу назад вернуться. Здесь мне туда не надо. Так. Ё-моё. Things clicked into place. The story rang true. I was making progress. Блин, нихера себе замануха тут. Так, ладно, подождите. Сейчас мы попробуем. Так, так что мне нужно делать? Раскрыть культ, пойти по кровавому следу. Подождите. Так, ну то очень хорошо, что больше нам некуда идти, потому что, получается, нам нужно вернуться сейчас обратно только что, где мы были. Да, потому что все, здесь все заблокировано. Отлично. Это уже проще. Так, а что это у нас за... Так, все, понял. Давайте, где это там у нас сюжетка? Пропавший агент. Ну, теперь поехали. Блин, ну нету, короче, этого. Карты здесь, а? Придется без карты. Будем искать. The tracks led into the tunnel. That was my way forward. Блин, туда, да, идти? А... Подождите, ладно, давайте-ка, может, я там что пропустил?
Сейчас или нам туда тоже надо будет идти. Надеюсь, здесь тупик. Но зато здесь есть дверь. Так, ты не можешь открыть отсюда, а? Но ты можешь открыть ее. Ну-ка. Ты ее можешь открыть сейчас зато. Блин, я не могу. Опа, подождите, тайничок. Тайничок, по-моему. Чего? Наверху. Так, пока ты что наверху. Ага. Четко. Так, шанс 5% не расходует патрон при выстреле из... Ух ты, прикольно. Возьмем такой вариант. Так, все, давайте обратно. Ладно, идем туда прямо. The Fed had glimpsed into the maw of darkness. It swallowed him whole. Улики. Чего? Чего надо? The blood trail continued deeper into darkness. Блин. Wake, wake. Где? Флайера больше нету. Хреново дело. Блин, куда мне идти? Блять, твою мать, цехай. Так, быстрое сохранение, это хорошо, конечно. Коробка нам пока не нужна. Лучше бы запасов бы дали каких-нибудь бы. Так, я вернулся отсюда. Путь у нас туда. Опа. Так, найдено слово помощи. О,
Ой, подожди. The tunnels were a maze. The blood trail led me on. Да, что прикольно, что туда идет у нас вариант. В итоге куда нам идти? Так, слово сила, слово помощи. Так, слово ремонт, оружие, слово оружие. Шансов 10% выше всего от отбрасывания выстрелом из РБК. Из ракетницы снаряда. Слава света. Не понял я. Тут еще, оказывается, определенно. Чего? Все, что ли? Я уже выбрал, что ли? Блин, ну прикольно. Да, в лабиринт хрен поймешь, куда идти. It was locked from the other side. С другой стороны, подождите, с другой стороны. Блин, карта. Что у нас еще здесь есть? Радио. Приписать реальность можно только в том месте, где вы находитесь. Ага, все понятно. Блин, а мне походу на туда, в ту сторону. Ну, зато посмотрели, что там ничего нет. Не понял, еще одна лестница, правда. Так, здесь есть свет. Another place to use in this story. I needed to search the tunnels for further visions, inspiration for the story that would lead me deeper. Так, найди новое место действия. Придите к доске, чтобы переписать реальность. Блин, да вы что прикалываетесь? The new scene I had found was important for the story. Да я не хочу пока переписывать. Блин. The scene had changed. Я еще здесь, блин, ничего не закончил. I changed the story. And with that, the dark place changed. The federal agent had come here looking for answers. All he found was a fate worse than death. It's bad luck to be on this case. The cult can get you anywhere with that black magic shit. Let the day shift handle it. What happened, anyway? Some fed came looking for the cult, but it was a trap. A satanic blood sacrifice. Anyone who gets involved with the cult, they're next. I heard their leader is this famous writer, Alan Wake. Their unholy motherfucking messiah. Sounds like a load of bull. Чего? Короче, Аловик, что ты натворишь с людьми, а? Прикидываешься бедной овечка, а сам еще тут маньяк. Так. Здесь у нас сюда выход. Это тот же самый. Мы еще там не побыли, давайте посмотрим. Блин, приходится побегать, конечно, здесь.
О, свет. Another echo lingered here. A source of inspiration. Блин, да вы чё прикалываетесь? И, блин. Халявы не будет. Ага. Четко. Так, слово света один. Давайте убьем этот вариант. Блин, ну подкинь хоть пару батареек, вот. Хоть на этом спасибо. Так, ну все, вроде здесь что у нас? Бамс. Так, интересно, халява будет? Нет, все, халявы нет. Чего? These tunnels for their ritual sacrifices. They say the cult reenacted the murders in Alan Wake's crime books. That Wake was even involved somehow, under a false identity. Mr. Scratch, which is, of course, a nickname for the devil himself. It was disturbing finding myself in the story this way. But I was desperate, and it felt right for the story. Так, фонарик можно включать, выключить при помощи. Ну, понятно. Блин, а что дальше? Wake. Да, блин, сколько у вас здесь? А, мне, короче, не выйти. Так, доска сюжета. Что у нас? Культ убийца. Культ убийц. И чё? Опа. Plot changes shake the world around me. I could imagine this murder cult performing their macabre acts beyond the collapsed tunnel. The cultists laid the Casey novel onto the altar with reverence. Their twisted Bible. И чё? Блин, надеюсь, что там нечего делать больше. Ага, там дверь еще одна. А, батареек мало. Блин, или ни хрена. Хера не понял. Так нам что, возвращаться получается? Ох, запутаешься здесь, блин.
Так, ну я понял, надо тут нихер делать. Вроде как. А может быть, нам надо вернуться? Стоп. Свет. Опа. The water was gone. The way forward was open. Значит, все правильно идем. Так, спасибо за батарейки, это очень отлично. Так, что у нас еще здесь? Блин. Что еще за сумасшедший тут? Hey, Alan. Tim Breaker. In case you don't remember again. I know, Tim. I'm remembering more now. It's good to hear, man. How's your search for Mr. Dorr going? It's not great. This dream we're in, putting a lot of roadblocks in my way. So you think this is a dream? I'm not ruling it out. You know, my dreams have always been incredibly vivid. They feel real until the second I wake up. You know, in the dreams, I'm often someone else, a different person with a different name, living a different life in a different world. Alternate realities, maybe. But certain things don't change. Like Dorr. The sketch you have does look like the Dorr I know. The talk show host. All I know is the Dorr has something to do with what's happening to me. And he knows that I know. He's like some sadistic mastermind torturing me. Так, зато у нас появилась карта теперь, наконец-то. Ну, возможно, нам подкинет пару деталей. Или нихера он не подкинет уже. Чемоданчик. А. Это он продолжает писать. Блин, я думал, ты что-нибудь оставишь мне этот раз, а нихера. Подкрепиться нечем, смотрю, да? А, кстати, вот еще здесь станет. О, есть они по мне. Кроватка. Есть. Спасибо. Маловато. Но... И на этом спасибо. Так, теперь что у нас появилось? Карта появилась. Карта, да? Блин, не запутаться бы здесь, честно говоря. Ну, в принципе, я прохожу все, стараюсь, места. Так, где же наш дробовик? Наш дробовик надо как-то. Так, давайте посмотрим, куда мы идем сейчас. Идем прямо. Прямо, да, и... Короче, ладно, посмотрим. Пошел отсюда. Блин, а что, зря убил его? Че? Ч?
Блин, козлина. Блядь. Так, сохранение. Где мы? Сохранение, да? Коробка, да, ложить-то нечего, коробка, блин. Халявы не будет. А, блин. Опа, у нас лестница есть. Да ладно. Блин, я думал, мне возвращаться придется. The train blocked my way forward, but it was here for a reason. It had a role to play. Так, переписать сцену сошедшим рельса поезд. И проследовать дальше за культом. Ага. Так, подождите. Поезда, поезда. Ага. Так, а здесь что за перемещение? Станция. А, это походу город, наверное, сам. Да. Тут еще будет два вот этих вот секрета. Три даже. I should look at the plot board. Keep the story moving. Да сейчас используем, подожди, может быть, тайник какой-нибудь. А мы еще не ушли отсюда. Не, вроде тайника нет никакого. I had a new idea for a scene. Блин, подождите, с поездами. Пропавший агент ФБР. Культ захвата тоннеля. Ну, замечательно. Чем мне надо сделать? Подождите. Разыскать культ. Культ. Переписать. Культ. I changed the story. And with that, the dark place changed. Подождите, культ. А, ну все понятно. Чего? Hello? Anyone there? Dead. Ну все понятно, короче. Чего? Нихера себе. Ладно, переписываем. Иди отсюда. Чего? Я откуда взялся здесь? Бакали. Ну
чего. This is where the history of the cult gets genuinely disturbing. The cultists track down the torchbearers living in the tunnels. They lock the poor folks up in a derailed subway car, douse it in gasoline. Yeah. Charming. It turns into a bit of a ghost story after that. They say the dark smoke from the fire still roams the tunnels searching for new victims to devour. There are no happy endings in this city. The story thread felt important. I could use it in one of the scenes I'd found. Так, ну давай коридорными делать шутер. Шутер. Хоррор. Аккумулятор. Тачку пойдет. Раз нужно поменять. Так, халява, халява. И, кстати, о чем мы там по этому по жизням что-то? Жизни не исчезают у него. Почти сломанный поиск культ убийц. Не понял я. Доска сюжета. Блин, доска сюжета, не понял, где она? А, стоп. Наверное, выйти надо отсюда. Не понял я. Чуть ни хера у меня не срабатывает. А дальше-то что? Блин, такое ощущение, что у меня доска сюжета не открывается. Почему? Не понял я юмора. Что не так? А, стоп. Мне, может, надо было сюда идти. Ага. Понятненько. Чего? Так, подождите, меня показывают куда? Ага, сюда. Вот она. Красавица. Блин, почему не могу слова эти сделать? Не дает мне войти в меню. Вот это очень странно. Очень странно. Почему я не могу посмотреть карту? Может, мне надо обратно? Коробка. Блин, ни хрена. Так. Ни хера я не понял.
Блин, странно, почему... Почему ничего не происходит? It was locked from the other side. Я понимаю, что с другой стороны. Блин, так я не могу ничего поменять. Походу, возможно, мне нужно поменять сюжетную линию. Но я почему-то не могу поменять. Почему даже на карту не могу посмотреть? Странно, очень странно. Доска сюжета. Может, какой-то глюк здесь? Блин, короче, прикиньте, что-то походу не срабатывает. Потому что я уже здесь все обошел. Искать культ, переписать сцену с сошедшим лесом, поездом и последовать. Но. Да, так и надо сделать. А почему у меня не срабатывает? Все, ладно. Так, друзья, походу какой-то глюк. Так, попробую перезапуститься тогда. Так, если сейчас, друзья, картинка поменяется у вас, то не пугайтесь, просто перезапустил. И Alan Wake может немножко оказаться в другом месте, но мы в любом случае начнем здесь, где-то вот в этом районе. Сейчас попробую перезапуститься, потому что почему-то не срабатывает. Так. Да, не открывается. Странно, почему? Не знаю. Я душа даже карту не могу посмотреть. Потому что нужно переписать, а он не хочет. Ладно, давайте сейчас попробую перезапуск сделать. Так, друзья, вот вроде я перезапустился. То есть я нахожусь сейчас в комнате у себя. Так, у меня здесь слово силы есть. Сейчас мы используем одно. Как раз, который мы взяли. Так. Давайте украсить город. При попадании одним выстрелом по нескольким врагам урон из двух... двухстволка. Ладно. Короче, вроде сработало перезапуск. Наверное, может, глюк какой-нибудь был, не знаю. Так, культ убийц. Факелоносцы, по-моему, нам это надо. Changing a plot element in a scene without being there was impossible. Ага. Все, короче, сейчас поднимаемся наверх. По идее, должно сработать. Надеюсь, что сработает. Да, все, видите? Стойте. Культ убийц. The subway car had become a burnt husk. I could get through it now. Кстати, дверь, по-моему, открывается. А, ни хрена не открывается. Кстати, здесь тоже все изменилось. Ни хера здесь нету. Ладно, идем дальше-то. Заходим мы в вагончик. Блин, вот эти скримеры. Жестко, конечно. I can figure this out on the plot board.
Так, доска сюжета. Цели. Раскать культ. Ну понятно, понятно. Блин, жизнь это, конечно, погорельца. Да, это жестко, конечно. Ну вот сама эта дверь. Так, туннель. Здесь у нас что там внизу? I should look at the plot board to figure out a way forward. Блин, доска, подождите, доска. Не понял я. Показывает, что здесь, сюда. Потом показывает, что типа якобы... А, гляньте, лестница. А, нет, стоп. Стоп, лестница это... Есть, ладно. Блин, непонятно, подождите, лестница. Показывает, что прямо, ладно. А, слушайте. Твою ж мать, там вниз еще спуск есть. Здесь, да? А, все, там у нас секрет. I had to keep working on the story. Нихера себе, сколько здесь. Твою ж мать! Многовато их. Очень много. Боюсь, могут завалить меня сейчас. Бляха, муха, да давай. Да твою ж мать. Ай. Блин, да что мне сделать? Встань! Да сколько их тут? Блин. Где теперь эта штука? Подождите, куда? I was sure the plot board had the pieces I needed. Блин, ну короче, не зря я их заповыл. А, вот она. Ух, блин, я уже думал, у меня кранты будут, честно говоря. Их я уже думал, все. Так, ну здесь нам все, больше ничего делать.
Так, увеличивает максимальное здоровье на 15%, увеличивает максимальное количество здоровья, которое можно установить в убежище на 30%, при нахождении нового слова силы становится 50%. Так, давайте-ка, наверное, здесь поменяем. Так, карта. Карта, выход, все. Короче, нихер тут делать нам. Валим отсюда. Блин, большая глава вот эта. Так, у нас получается спуск. Халявы здесь больше нету. Патроны у нас пока есть. My path was blocked. I had to find a way through. The lights would help me. Да, пройдет твой свет. И скажешь, ты сохранишься. Четко. Блин, подожди. Ага. Прикольно. И блин. Подожди. Так, здесь есть дверь. Да, здесь есть дверь. Блин, а как же мне ее использовать? Стоп. I should use the plot board to keep building the story. Так, сюжетная доска. Так, ладно. Так, ни хера не пойму. То ли обратно надо идти, или кто?
Нет, подождите. Вроде как все правильно. I need to define the answer on the plot board. Ответы найти на доске. Блин, на доске. Так, а культ убийства? Нет. Культ убийц. I couldn't add a new element from here. I'd have to go to the scene. Сломанный поезд. Дело Кейси. Так, у меня есть билет. У меня есть билет. Нет, не то все. Темно. Так, рукопись найти, порог. Блин, ни хрена не понял. А, подождите, может, на радио послушать. An FBI. Так, это музыка. It's bad luck to be on this case. The cult can get you anywhere with that black magic shit. Let the day shift handle it. What if... Some fed came looking for the cult, but it was a trap. A satanic. Anyone who gets involved with the cult, they're next. I heard their leader is this famous writer. А, ну это повтор, короче, нет, не вариант. Так, может быть, телек наглянуть? Нет, тоже телек ничего нет. Блин, ну короче, хрен пойми. Опять же, видите? Странно. Странно, странно, странно. Доска сюжета. Не, они не меняются здесь ничего. Блин, да что ж тут надо сделать? Доска сюжета. Да блин, доска сюжета. А, стоп, может быть... Changing a plot element in a scene without being there was impossible. Может, здесь что-то? Доска сюжета. I had to be at the scene to see and understand it in order to change it. Блин, что-то изучить, да хочу изучить. А. Б. Так, что там за повешение? Открываются ворота. Так. Блин, что-то, короче, может, пропустили, не знаю. А,
А, подождите, вот надо. Ё-моё. Вот чё. Так, а чё здесь за свет? Подождите. Так, здесь у нас... Вообще меняется что-нибудь или нет? Да хрен пойми. Так, туда есть у нас вход. Блин. И туда у нас есть вход. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Вали отсюда. Так, давайте посмотрим, где мы вообще находимся. Где мы находимся, не пойму. А, вот он я, ага. Короче, я иду прямо. А если сюда, то там вроде как ни хера нету. Блин. И чё? Да иди отсюда. Подожди-ка. Ага, тут лампочка есть. Темно. Так, а если еще раз зажечь? Ну? Так, проверяем. Ладно, идем туда прямо, хорошо. Что такое? Чего? Да ни хрена себе. С ними так хрен справишься. Так, что у нас тут? Хер его пойми, что у нас тут. Вроде умер. Блин, да ладно. Нихера. Так, у нас тайничок-то есть там, блин. Тайничок. Оказывается, что он там. Где? А, вот он. Угу. Так, слова оружия. Хорошо. Повышаем шансы. Так, ну, вроде как здесь все закрыто. A new element from here. I'd have to go to the scene. Sure. Get out of here. The echoing hall had a story to tell.
Так, конечная остановка. Вот. Все. Так, наконец-то батарейки нам дали. Так, и что тут дальше у нас? Формация. А, все, сюжетно. Культ убийц. Подождите. Ну и чё? My writing was affecting reality. Нихера себе. Да я отсюда. Ох, блин, жестко. Так, а что мне надо? Разыскать культ, найти вдохновение на станции метро. Блин, культ. The hall had changed into the murder cult's hideout. The cultists were close now. A dark presence rising from the depths. Так, автор, финал. Не написать, без света тени создать. Третий глаз пролил мрак ночной. И вдохновение накрыло автора. Когда ты уйдешь? Так, автор первых слов. Финал. Не написать. Тени. Открылся. Глаз. Вдохновение накрыло. Ритуал. Друзья познакомятся. Блин, что за бред? Короче, какие-то слова здесь. Да вы заколебали, уйдите от меня. Ну, замечательно, здесь, короче, можно перепройти, да? Блин, то идти куда мне теперь? Местонахождение. А, блин, там же было это. Стоп. Вот, видение. Scared. Whether the summoning ritual had been a bona fide supernatural event or the mass psychosis of stark raving lunatics, it didn't change the facts. The cult was messing with things no one should mess with. The ritual was a vital part of the story, the key to reaching the murder site. Yeah, конечно, остановка культ убийц. This new plot beat would carry me deeper into the story. Ритуал призыва. This is the ritual to lead you on. Your friends will meet him when you're gone. Охренеть. Так, добраться до места убийства, совершить ритуал в разрушенном тоннеле. Блин. Где сам этот ритуал? Хер его знает. Где этот ритуал? Здесь он или где?
Блин. Чего? Чё тут? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Походу вот на двери сама. Да, точно. Отлично. Так, слово действия. Блин, что у нас там? Зарядка есть еще? Эх, блин, ничего нету. А, не есть. Так, а что там и куда мы? Покажите нам. Лестница наверх есть. I was sure I had the answer on the plot board. Так, что у нас здесь? Блин, где отсюда? Блин, я здесь думал, что-то будет. Turns out the cultists weren't the only ones using the tunnels. Hidden graffiti signs marked secret routes. I kept hearing whispers around burn barrels of an underground society of mystic outsiders with hidden knowledge. Typical New York. Ёб твою мать. Так, подождите, что-то... Видение. Не, все, надо валить надо отсюда, походу.
Так, сохраночка. Так, что у нас там еще? Отсюда. Maybe I had missed something on the plot board. Чего ты там упустил? Давай там прекращай. На доске он там упустил. Блин, а куда нам идти? Подождите. Типа назад или что? Добраться до места убийства. Блин, до места убийства, ни хера себе. Интересно. Блин. Да идите его нахер. Не знаю, может мне назад надо идти теперь. Интересно. Доска, доска. Так, что у нас там? Круг. Блин, а может быть надо было там остаться? Turns out the cultists weren't the only ones using the tunnels. Hidden graffiti signs marked secret routes. I kept hearing whispers around burned barrels of an underground society of mystic outsiders with hidden knowledge. Typical New York. Блин. Supernatural event or the mass psychosis of stark raving lunatics, it didn't change the facts. The cult was messing with things no one should mess with. Блин. Короче, я хер его знает, я запутался уже. Станция Кальде Стрит. Так, заброшенная станция, место подняться на улицу. Блин, я хер его знает. Место конечное. Место конечное. Блин, может быть там что-то надо было сделать. Твою ж мать. Хреново, я вам скажу. Бляха-муха. Да, отстаньте от меня.
Блин, тоска сюжета. I had to be at the scene to see and understand it in order to change it. Блин, ну короче здесь херо знает. Блин, может мне надо обратно вернуться? Уик. Да идите его нахер. Уик. Блять, они везде тут. Ай, бляха-муха. Пиздец. Блин, может здесь что-то надо сделать? Пауш-агент. Бля, да иди отсюда! Блин. Так. Ёпта, мать, нет. Бач, не туда, пошел. Тут убийца. Опа. Чё, я застрял где-то? Прикольно. Так. Так. Блин, здесь застрял. Значит, культ убийца. Changing a plot element in a scene without being there was impossible. Блин. Этого призыва. Ладно. Ой. Что у меня? I couldn't add a new element from here. I'd have to go to the scene. Блин, да отстаньте от меня. Подождите, стоп. Блин, тут же была тоска. I had to be at the scene to see and understand it in order to change it. Блин. Здесь культ убийц. Блин, он по башке бьет меня. Блин, хреново, что не появляются снова и снова. Так, пропавший агент. Эх, блин, где же была там, по-моему, лестница наверх. Короче, мне кажется, обратно дойти туда. Я сюда.
Блин, верните мне лестницу. Верните. Подождите. А, подождите, может, я сюда возвращался? Свет. Стоп. Нет. Мне туда обратно надо. Так, короче, мне нужно вернуться на ту лестницу. Где ты был? Культ убийц. Блин, а где же та подъемчик тот? Так, подождите, давайте. Блин, сейф. Сердце. Перезагрузимся. Блин, что-то я вообще запутался. Тяжело тут вообще, хрен поймешь. Так. Блин, куда мне? Нет, сюда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вейк, беги отсюда. Пусто. Так. Давайте выключим. Вроде все тут. Так, переход. А, что у нас тут? Вася? А, ну так это же было. Hidden graffiti signs marked secret routes. I kept hearing whispers around burned barrels of an underground site. Hidden knowledge. Typical New York. Блин. Все, валим отсюда. Вылезь, ну-ка, здесь много. Ах ты, козел, пошел отсюда.
Так, быстро сохранение, давайте. Есть. Так, еще у нас появился слово ремонт. Так, увеличит максимальное здоровье. В основном это надо. Так, короче, таки нам сюда. Ага, здесь мы уже использовали. Так, доска. I had a new idea, a new story thread. Changing a plot element in a scene without being there was impossible. Так. Блин. Так. Давайте сохранимся быстро. Блин, неужели назад надо идти? Хер его знает. Опа. Попасть в свободный туннель. А. Фина себе. Ой. Ё-моё. Себя. И что дальше? Couldn't hear the dark presence. It was gone. Блин, жесть. И что теперь? The tunnel was open now. I could get through. Так, ритуал призыва. Чего? Бля, опять что ли? The dark presence. I had seen it before. Жестко. Was always out there hunting me. Мы наконец-то хоть продвинулись. Опа, это что такое? Опа, это лес какой-то. Нифига себе. I had found the murder site. Somehow the victim's heart was the key. Блин, жесть.
Он только автор первых слов. Финал ему не написать. Кошмарный свет кошмарных снов. Без света тени не создать. Теперь открылся третий глаз. Пролил наружу мрак ночной. И вдохновение тот час накрыло автора волной. Это ритуал, который завлечет тебя. Твои друзья познакомятся с ним, когда ты уйдешь. Dark place, under Cauldron Lake. Cauldron Lake. Where are you? I'm trying to escape. I'm making progress, but I'm in danger. The Dark Presence. Help me. Please, help me. I could sense it. I was closer to home. Had the woman in the vision helped me somehow? Something had changed outside Parliament Tower, where I had lived with Alice. It was out there, waiting for me. Ну что, друзья, долгая была часть. Всем спасибо, всем пока. Увидимся в следующей части.